Поздравьте родителей своих первоклассников. Ура! Представьте, как вас зовут? Это Ульяна, это Елизавета, где наша Дарья? Вот Дарья. Да, Ариэль, здравствуй. Молодочек, если букетик чуть пониже, чтобы я детишек видел. Спасибо. Первый Г! С праздником! Ура! Паркетчик можно забрать. Вот, а потом отдать. 1 сентября. Ты долго готовился к школе? А? Нет? Да. Да, хорошо. Ну давайте поедем. Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие. Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие. Отлично. Родители, с 1 сентября. Ура! Радуемся, радуемся. Прекрасный праздник. Улыбки, счастье на лицах. Я уже бывала. Ой, Владимир, ладно. Вот этим. Вот. 1 сентября. Что желаешь первоклассникам? Чтобы учились хорошо, чтобы родители слушались. Сыны лучше. Да, подходим, сначала берем первоклассников. Какие ваши ощущения перед началом? Волнительно, очень волнительно, но смотрю на ребят, очень рада видеть. Все такие счастливые, красивые. Серега, счастливого года. Вовремя успел. Так, самого ответственного. Пять человек стоит. Она у меня тоже такая растущая. Ой. Непонятно. Здоровье. Не хмурь брови, не хмурь, не хмурь, зачем что брови. Вспоминаем детство. Хорошо. Что пожелаете детям? Терпение.
Только погромче. Успех в учебе. Самое главное. Терпение, да, желание учиться, что-то знать новое. Так, улыбаемся, улыбаемся, улыбаемся. Thank you.
Ура! Один капитан врага, таскал языков. 18 лет я помог своему народу разгромить фашизм, получив при этом 3 боевые ранения. Сегодня я говорю вам, смотрю я на вас и говорю, я завидую вам и горжусь. Если кто-то и скажет, что не та молодежь, если кто-то и скажет, так то я не скажу. Вас я себя узнаю. Первые мои слова – это, конечно, наши самые младшие. Те ребята, которые первый раз их заслужились. Я говорю вам, ребята, вы будете здесь в школе не только изучать предмет, учиться писать и рисовать. Вы здесь найдете верных друзей, с которыми будете вместе в ближайшие 11 лет. А может быть больше. Вы здесь получите первую закалку характеристика. Цель, которая заключается в том, что один за всех, а все за одного. Я обращаюсь ко всем вам, ребята, и говорю, гордитесь, что вы находитесь в самом лучшем городе мира, в городе героя Москве, который отслужил тем, что в годы Великой Отечественной войны отстояли не только город, но и Россию. Я прошу вас помнить об этой истории, гордиться нашим столицам, обедами. И всегда помнить, что эта память приведет вас к обеду. Я прощаюсь сегодня с родным вам и говорю, родители, их обращают.
начинается одновременно. Но он прислал вам видеообращение. Пожалуйста, будьте добры, поднимитесь. Да. Вот телевизор. К вам обращается директор школы Пашиков Андрей Юрьевич. Новая дорога к знаниям, впечатлениям. Отдельно хочется поприветствовать первоклассников. Ребята, сегодня вы вступаете в большую дружную семью, школа номер 771. Будем прилагать все усилия, чтобы каждый день для вас... Первый Г, класс, поднимите руку, пожалуйста. ...познавательно был выиграть. Первый Г. Первый Г, все первый. Выпускники. Я желаю вам в этом году достичь всех поставленных целей, чтобы учебный год прошел для вас плодотворно, чтобы вы успешно сдали экзамен и поступили в высшие учебные заведения. Отдельно хочется поприветствовать коллег. Уважаемые коллеги, огромное вам спасибо за ту работу, которую вы делаете. Именно вы ведете ребят тернистой дорогой к нам. Желаю вам творческих успехов и высоких достижений результатов ваших обучающихся. Друзья, еще раз, всех с Днем Знаний. Поздравляю с началом нового учебного года. Желаю всем успехов и удачи. Здравствуйте, уважаемые. Все, можно опустить руки. Спасибо огромное нашему директору. Но я думаю, что он еще к нам сегодня придет и нас поздравит лично. Слово для поздравления предоставляется завучу школы Барановой Валерии Валерьевне. Дорогие ученики, уважаемые родители и педагоги, я поздравляю вас с началом нового учебного года. Сегодня на нашей линейке главные герои, так вот получилось, да, самые маленькие наши ученики, это ученики первых и вторых классов, и самые наши взрослые ученики 11-х классов. Я всем хочу пожелать удачи. Я хочу вам пожелать высоких результатов, больших достижений. Ну, конечно, особое поздравление нашим первоклассникам. Я поздравляю вас, мои хорошие. Будьте старательны. Получайте только хорошие оценки. Добивайтесь спортивных рекордов, творческих успехов вам, мои дорогие. Я уверена, что школа и родители будут гордиться вами. Я знаю точно, что вам понравится в нашей школе. Вы найдете много новых друзей и полюбите своих учителей. Всего вам самого доброго. Ну а вам, мои взрослые дети, наши 11-классники, я желаю набраться сил, терпения и сделать последний рывок, чтобы все получилось то, что вы задумали. Надо трудиться, дорогу осилит идущий. Ну а мы всегда с вами рядом, вы это знаете. Уважаемые родители и педагоги, терпение, выдержки, мудрости. И я думаю, что вместе у нас все получится. Добрый путь, всего хорошего. Добро пожаловать в нашу школу. Спасибо большое, Валерия Валерьевна, спасибо. Учеба здравствуй, школа здравствуй. Идем за знаниями в поход. Сегодня праздник, школьный праздник. Встречаем мы учебный год. Сегодня первый торжественный день у наших первоклассников. Именно для них будет звучать первый в жизни школьный звонок. Внимание, внимание! Спешим вам сообщить, что первоклассников пора нам пригласить. Пусть прозвучат аплодисменты в честь этого прекрасного момента. Школа, встречайте своих самых маленьких учеников, первоклассников. Первоклассники, кто читает стихи? Пожалуйста, мы ждем вас.
еще вчера в портфель положил тетрадки и в пенал карандаши ставил по порядку. Папа с мамой почему-то сильно волновались. Говорят, всю ночь спали, за меня боялись. Мы сегодня гордо шли по осенним улицам. Лишь посмотрит кто на нас, сразу залюбуется. Нам ни капельки, друзья, не было обидно. Когда сказали первый класс, и цветов не видно. Ученицей стану я, как и все мои друзья. Станет школа, дом второй, светлый, добрый и родной. Красивые, добрые книжки я научусь читать. Узнаю про все интересное, хочу академиком стать. На уроках спать не буду, буду я старательным. И начальником большим стану обязательно. Будем мы усидчивы, прилежны и старательны. И тогда пойдет учеба просто замечательно. А теперь открывай нам школа дверь. Принимайте в школе нас. Здравствуйте, мы первый класс! Помашите ручками! Ура! 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 10 лет назад в нашу школу пришли другие школьники. Это наши 11-классники. Они стоят на пороге самостоятельной жизни. Представляю слово 11-му А, 11-му Б и 11-му В классам. Пожалуйста, 11-классники, вам слово. Это было 10 лет назад, мы тоже первый раз с толпом успешных ребят явились в первый класс. Мы стали взрослыми теперь, нам детство не вернуть, нам школа дверь открыла жизнь и указала путь. Мы сегодня очень рады видеть всех учителей и хотим опять за парами заниматься поскорее. Знаем, это ненадолго, скоро время пройдет, но сегодня день особый. Что у нас к себе зовет? Нас печалит расставание, все сильнее с каждым днем. Если разрешат остаться, мы из школы уйдем. Много дел у нас на пути, будет больших и малых. Но только всему, что ждет впереди, школа стала началом. И мы еще вспомним, конечно, не раз, в удачные дни и в ненастье. Первый свой год и 11 класс. И детское школьное счастье. Первоклассник, вот пришел желанный час. Ты зачислен в первый класс. Ты, дружок, послушай нас. Мы дадим тебе наказ. Всем о школе расскажи. Честью школы дорожи. Содержи всегда в порядке книжки, прописи, тетрадки. Ты должен научиться читать, считать, писать. И все всегда на 5. Аккуратно, вежливо будь. Без здоровым не забудь. Ты должен знать, что на отлично. Драться в школе неприлично. Чтобы был всегда весел. Больше боли, хороших песен. Ты усваивай программу. Если что-то, мы поможем. Если выполнишь наказ, во второй готовься класс. Спасибо большое нашим 11-классникам, нашим будущим выпускникам. Кому же они, конечно?
держите! Дорогие первоклассники, школа приготовила для вас подарки. Воздушные шары, которые взмоют в небо, унося к солнцу ваши мечты и желания. Школа, внимание! Наступает торжественный момент. Сейчас герои нашего праздника запустят в небо эти разноцветные шарики с пожеланиями удачи и успехов в новом учебном году. Так пусть все сложится удачно, и год учебный принесет победы. А шаг, запущенный сегодня, мечты желания донесет до неба. Раз, два, три, шар мечты, летим! Yeah.
Приглашайте всех. Желайте что-нибудь детишкам. Как вам в школе училось? Было весело, но очень тяжело. Главное терпение. Главное потерпеть 11 лет, а потом уже можно делать, что хочешь. Там в университете, где опытом работы. Пожелайте что-нибудь первоклассникам. Расскажите о школе, как вам нравится? Эмиль, давай. А? Ребят, давайте здесь что-то сделаем. Послушаем. Ахмин, мы похлопаем. Зачем? Так, кто говорит? Давайте послушаем тишину. Так, давайте внимание. Тишина. Ребята говорят, Саша. Тишина. Ребята, Саша вам сейчас скажет несколько красивых слов. Расскажут о школе. Давайте кто-нибудь. Только громче. Кто говорит? Кто говорит? Давай. Давайте я что ли скажу. Давай. Ребята, школа будет для вас очень довольно интересным местом. Здесь не всегда будет так легко и просто, как 1 сентября. Но здесь вы получите довольно много новых знаний. И я надеюсь, они вам всем пригодятся в будущем. И я надеюсь, что вы вырастете и будете также приводить первоклассников в эти кабинеты в 11 классе. Ну что стесняетесь? Скажите, кто? Кто отважный? Есть? Отважных нет, 11 класс. Вам поступать, ребята. В чем смысл учебы в школе? Кто ответит? Давайте первоклассники зададим вопрос. В чем смысл учебы в школе? Экзамен. А? Так. Еще ответы. Получать знания. Ну? Экзамен, ребят, такой был. Проверка жизни. Не надо. В чем смысл жизни? Thank you.
задать им вопросы, еще пару вопросов с этой точки. Будьте так любезны. Да, снимаем. Ага. Так, Кирилл Евгеньевич вам еще сейчас задаст вопросы. Так. Надо вспомнить, так, для детей это вопрос попроще. Да, попроще для детей. Ездить по дороге на... На велосипеде где разрешено ездить? На велосипеде, на дороге. На велосипеде, где отмечен знак велосипед. Сперва светофор, а где велосипед зачеркнут, то не надо. Мы подошли к пешеходному переходу. Мы сначала куда должны посмотреть? Спасибо. Конечно. Я еще вас вот здесь поместила. С Ольгой. Классный руководитель. Вот сюда, к доске лучше. Идем в столовую парами. Первая пара вечером. Вторая. Дальше. Пары, пары, пары. Рюкзаки оставляем здесь. Рюкзаки не берем. Внимательно следим за мной и идем туда, куда я веду. Понятно? Да. А, да, Аня. Катя, и я пока не знаю, какую я профессию.
пока не решила, но у тебя будет время подумать. Меня зовут Саша, и я хочу стать супергероем. Здорово. Меня зовут Никола, я хочу стать военным. Отлично. Будешь нас защищать, да? Нашу родину. Меня зовут Амар. Я хочу стать полицейским. Здорово. Меня зовут Андрей, я хочу стать пожарным. Такие профессии выбираете себе, все разные, интересные. Меня зовут Коля. Ты хочешь кем стать? Тоже. Кем? Не знаю. Не знаешь пока? Еще не решил, да? Хорошо, ничего страшного, садись. А Инди? Садись. Ой, вставай, вставай. Скажи, как тебя зовут? Меня Миша. Миша зовут. Ты кем-то уже решил, кем хочешь стать? Не знаю. Пока не знаешь. Меня зовут Вик. Я хочу стать балериной. Меня зовут Марк. Я хочу стать хирургом, футболистом и разведчиком. Ничего себе, столько профессий хочешь освоить? Да, профилактический хирург. Меня зовут Тимофея, я хочу стать изобретателем. Здорово. Меня зовут Дана, я хочу стать стоматологом. Меня зовут Лера, я хочу стать парикмахером. Меня зовут Ярослав, я хочу стать машинистом. Здорово. Смотрите, сколько много профессий вы назвали, да? Володя, еще разочек. Давай, потому что я за шариком тебя не еще видел. Раз, да? Сюда повернись, чтобы я тебя видел. Как тебя зовут? Меня зовут Вова. Я хочу стать футболистом. Хорошо, спасибо. Подожди минутку. Я Даня, и я хочу стать водителем Бераса. Я Лейла, я хочу делать ногти. Ногти делать, здорово. Меня зовут Максим, и я хочу стать строителем. Меня зовут Нура, я хочу стать парикмахером. Меня зовут Лиза, я хочу стать зоологом. Меня зовут Леша Малуяна, я хочу стать учительницей. Я сейчас? Да. Меня зовут Семен, я хочу стать ученым. Меня зовут Тимофей. Я хочу стать химиком и археологом. Какие важные. Вставай. Меня зовут Кристина. Я хочу стать певицей. Меня зовут Арсений. Я хочу стать строителем. Тише. Меня зовут Даша. Я хочу учить собак. Я хочу стать полицейской и учить собак. Здорово. Меня зовут Демир, я хочу стать поваром. Меня зовут Денис, я хочу стать военным. Меня зовут Тимофей, я пока не знаю, кем хочу стать. Дальше. Меня зовут Ваня, я хочу стать зубным. Врачом. Да, зубным врачом. Меня зовут Даша, я хочу стать гимнасткой. Меня зовут Варя, я хочу стать модельером. Ребята, вот вы сейчас назвали очень много различных профессий, да? Слышали, сколько профессий назвали? А как вы считаете, все ли профессии нужны? Да. Я с вами полностью согласна. Конечно же, каждый должен заниматься своим делом, да, и каждое дело знать хорошо. И тогда у нас с вами получится, что мы сможем помогать каждому, да, врачи лечить, учителя учить, строители что делать? Строить, да, военные что? Защищать нас, нашу родину. А у нас совершенно фермеры еще. Конечно, фермеры что будут делать? Выращивать, да, поставлять нам продукты питания. Ухаживать, ребята, вот скажите,
Завтра вы же придете в школу, правильно? Да. Конечно, придете, да? А что вы с собой возьмете? Портфель и учебники. Конечно, портфель обязательно. Булочки. А что на печенье? Вот я сейчас проверю, уже многие мне сказали совершенно правильно, правильные предметы, которые надо взять. А сейчас я проверю, все ли предметы вы знаете, какие надо взять. Я буду называть предмет, а вы, если согласны, что этот предмет нам нужен в школе, смотрите, хлопаете в ладоши и киваете. Давайте попробуем. Мы с вами хлопать не будем. Мы с вами будем качать из стороны в сторону голову. Попробовали все. Запомнили? Да. Готовы? Да. Давайте проверим. Если в школу ты идешь, то портфель с собой берешь, в клеточку тетрадку, новую рогатку, мне нужно, веник для уборки, кисточки и краски, карнавальные маски, азбуку в картинках, рваные ботинки, фломастеры и ручку, гвоздика в кучку, карандаши цветные, матрасы надувные, пластик и линейку, клетки канарейку. Не нужна? Альбом, чтобы рисовать. Жвачки, чтобы жевать. Учебники в обложке. Тарелки, вилки, ложки. Диванчик, чтобы лежать. Картон, чтобы вырезать. Расписание, дневник. Вот и все, брат, ученик. Молодцы, никто не захотел с собой гвозди в школу брать. Скажите мне, Саша сказал,
что по школе нельзя бегать. А почему? Можно потеряться. Во-первых, вы еще не знаете, плохо знаете школу, и можно потеряться. А еще, к чему это может привести, если вы как настоящий спортсмен понесетесь на пролом? Тимофей, так, у меня есть первая пара. Потому что можно подскользнуться и очень упасть и получить травму. Можно получить травму. Полностью с тобой согласна. Еще. Еще. Если ты не умеешь там знак, что пол скользкий, да? Ну, можно и не уметь знак, но там может и не быть знака. Но из-за того, что ты очень быстро, да, бежишь, ты можешь подскользнуться и упасть. А еще, скажи, только вы один можете побежать, а если еще кто-то. Что может произойти? И получить себе травму. Конечно, можно столкнуться и очень сильно до такого, может довести до такого, что придется вызывать скорую. Так, хорошо. Это правило мы тоже с вами узнали. Еще. Внимательно слушать учителя. Внимательно слушать учителя для того, чтобы узнать. Что он говорит. Да, и много нового. Еще. Не кричать с места, когда учитель говорит что-то, а ты уже знаешь ответ. Угу. Нужно для этого что? Поднять руку. Поднять руку. Так, еще. Рука. Рука. Почему-то все забывают про первое правило. Так, дальше. Еще нельзя сказать «вы», когда тебе его поставили. Вообще любую оценку, да? Не только двойку. Вообще, в дневнике, конечно, если учитель, да, поставил оценку, ее надо показать родителям, ну никак иначе, да? И лучше нам потом исправить эту оценку своими знаниями. Согласны? Да. Так. Что нельзя делать? Повтори, пожалуйста, Амар. Нельзя пока успеть. Стучать, да, нельзя? Потому что может что? В классе образоваться шум. Хорошо, а вот скажите, у вас на краю стола лежит что? Учебники. Учебники. Совершенно. А скажите, а как к ним надо относиться? Бережно. Тимофей. Аккуратно. Правильное слово. Аккуратно. Учебник – это прежде всего ваш друг. И не вот так закрывать стену, чтобы порвать страницы. Конечно, не рвать страницы. Куда-то писать. Писать в учебнике? Что ж ты такое сказал? В учебнике или в тетради? В тетради, да? А в учебнике писать как раз нельзя. Ребята, учебники вам выделила школа, библиотека наша. Эти учебники нужно оберегать. Потому что кроме вас в следующем году придут следующие ученики. И именно эти учебники достанутся уже им. Мы с вами сегодня получим учебники. А уже потом их отдадим в конце года. Понятно? Да. Поэтому писать ни в коем случае нельзя. Я в столовой драться и кидаться едой в лицо. Конечно. Еще я надеюсь, у нас все воспитаны. И до такого никогда не дойдет. Нельзя на кружки бросать, чтобы а то прольется весь столовый будет. Молодцы. Скажите, а вот мы с вами говорили, да, что вот на уроке можно делать, что-то можно делать, что-то нельзя делать. А кроме уроков в школе что-то бывает? Или мы приходим с утра, сели, и пока нас родители не забрали, вообще ничего делать нельзя? Что еще кроме уроков бывает? Нельзя. А что? Вот ты пришла в школу, только уроки? Больше ничего не бывает? Когда ты пришел в школу, нельзя в школу приносить грязь. Да, это тоже. Грязь тоже есть. Что еще кроме уроков есть? Нельзя отвлекаться, когда тебе говорят. Ой, да, да. Подождите, услышите в переменах, что можно делать? Можно играть. Можно отдыхать. Нужно даже отдыхать. Можно сходить куда? Погулять. На улицу? Нет. Ребята, вот, давайте я сейчас отойду. Нельзя выходить без учителя,
без родителя на улицу, когда вас уже привели, когда вас привели уже в школу, нельзя. Только если вас встретил родитель и учитель знает о том, что родители вас забирают. Вот как раз к этому добавлю. Сегодня, когда я вас буду отводить обратно к родителям, мы выйдем все красивыми парами на улицу. Но вы не разбегаетесь, как горох, да? Да. Вы ждете, когда к вам подойдет родитель. И мне говорите, подходите. Ольга Владимировна, меня забирает мама. Значит, последнее, о чем мы говорили, это о наших учебниках. Я немного добавлю. Каждый учебник нужно одеть во что? Бабло. Не кричи с места. Бабло. В обложку. И положить внутрь, чтобы быстро найти нужную страницу. Что? Заклад. Заклад, да. Вот раз мы с вами поговорили о учебниках, сейчас нас с вами пригласили в волшебную страну, которая находится прямо здесь. У нас в школе. А знаете, что это за страна? Где живут сказочные герои, где множество книг. Да, это наша школьная библиотека. Помните, как мы строили с вами сегодня столовую? Да. Парами, да? Да. Вот сейчас мы так же построимся парами и пойдем в библиотеку. Договорились? Да. А вот все вместе парами. Первую пару вижу. Вот иди сюда. Сема, посмотри, мальчик один. Сема, иди сюда, дай мне ручку. Иди сюда. Сюда. Ребятки, встаньте так, чтобы всех я вас видел. Парами быстро построились. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Где твоя пара? Встаньте в ряд, пожалуйста. Сколько детей в классе? 33 человека. 21 мальчик у нас с вами, остальные девочки. Сколько это будет, посчитайте чуть-чуть попозже, ладно? Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Итак, мы с вами давайте начнем со знакомства. Я заведующая библиотекой этой школы. Зовут меня Ольга Ивановна. Потом не надо будет спрашивать, как? А как тетенька вас зовут? Запомните, зовут меня Ольга Ивановна. А если забуду? А спросишь тогда Ольги Владимировны, она тебе подскажет. А может, кто-нибудь из ребят подскажет. Значит, пока я с вами еще не знакома. То есть вы уже меня знаете, я пока вас еще нет. Но мне очень хочется верить в то, что мы с вами в течение 7 лет, 8 лет будем очень сильно дружить. Потому что каждый из вас является сразу, как только пришел в школу, читателем библиотеки. Итак, вы пришли в библиотеку. Давайте подумаем, почему это помещение называется так странно. Мои дорогие, в старые древние времена понятия книга, как книга, не было. Библия? Все, что было напечатано, написано людьми и хранилось в специальных хранилищах, называли библио. Не библия, библия это отдельная книга, а библио. И вот так получилось, что место, где хранят книги, библио, назвали библиотекой. Итак, это не самое обычное помещение в школе. Вы уже видите, да, что тут не так много парт, что здесь зато очень много книг. И самое главное, что все эти книги
для вашего пользования. Но я ведь не сказала, предположим, для твоего пользования, для вашего пользования. То есть место, где хранятся книги в библиотеке, предназначено для каждого ученика школы. Вы будете приходить, брать книжки, а потом возвращать их обратно. Как вы думаете, зачем это придумали? Ну, понравилась вам книжка, вы ее взяли домой и читаете сколько хотите. Ну, как вы думаете, почему надо их возвращать обратно? Потому что если книжка будет интересной, они тогда будут ее читать, и она станет интересным. Там мама или папа скажут возвращать, а они не захочут. Не захотят. Так, ну а все-таки, а зачем же надо возвращать эту книжку? Потому что если она не нужна по одной книжке, давайте мы не будем кричать, мы будем уже взрослые ребята поднимать ручки. Вот совершенно правильно говорит. Давайте, повторите. Или другой человек хочет... Если другой ученик захочет почитать ту же самую книжку, где же он будет бегать ее искать? А тут он пришел в библиотеку, я ему говорю, ты знаешь, сейчас ее читает Петя, он ее принесет через недельку, ты приходи и возьмешь эту книжечку читать. Кроме того, в школьной библиотеке, в отличие от других библиотек, есть совершенно необычные книги. И каждый из вас с этими книгами уже частично знаком. Вам что-то говорят эти названия? Да. Это ваши учебники, совершенно верно. И опять-таки эти учебники вам даны только на один год. Через год вы их должны вернуть, так чтобы на следующий год новые первоклассники тоже смогли воспользоваться бесплатными учебниками. Так, подождите, мы послушаем, что нам учителя хотят сказать. Подожди минуточку. Если каждый ученик будет брать как по книжке, тогда все книжки исчезнут. Совершенно верно. И те, кто придут, скажут, ой, а где же библиотека-то? Здесь пустотека получилась, да? Потому что нет ничего. Ну вот мы с вами... Да. А что это большая книга такая? Какая? Вот. Вот это? Вот это? Это не книга, это называется плакат, и он поздравляет вас с началом учебы, с днем знаний. Итак, ребятки, мы с вами поняли, что библиотечные книги, они кроме того, чтобы находиться в вашем пользовании, они еще должны быть возвращены. Да? Для того, чтобы следующие ребятки могли пользоваться этими же книжками, есть несколько правил. Давайте подумаем, чего с книгами делать нельзя никогда. Рвать, рисовать. Рвать, рисовать. Только давайте не будем с места кричать, а вот будем поднимать ручку, да? Сжигать. А еще нельзя жевать. Жевать? Ну, это уж когда совсем голодно, конечно. Да. Сжигать. Нельзя. Но по поводу сжигать книг, это вообще это такой ужас, что даже про него и говорить не нужно. Рвать страницы. Отрывать странички, правильно, по одной фразочке. Говорите, ребятки, вот в конце, что Даша. Ничего не хотите сказать? Мять нельзя в странице. Еще у нас у книжек есть очень интересные вещи. Она, в принципе, очень похожа на какое-то растение. У книжки есть листочки, да? И есть корешок, как у растения. Деревья. Так вот, нельзя... Если вы взяли в ручки книгу, нельзя ее перегибать. Корешок ломается. Да, и книжка, считайте, пропала. Как любое растение, если у него нет корешка, то оно погибает. Да? Так и с книжечками у нас. Да, я слушаю. Нельзя вырезать. Вырезать? Нет, конечно, упаси Бог, нельзя вырезать. А вот еще, ребятки, как вы думаете, вот есть такая вещь интересная. Я, например, очень люблю бутерброды с колбасой. Вы любите бутерброды? Я обожаю, да. Налить чайку, взять бутербродик с колбаской, так с маслицем еще. И можно... И книжечку почитать. Можно это делать? Да. Нет. Нет. А как вы думаете, почему? Потому что совершенно верно. Грязными своими лапками... которые в масле, в колбасе, вы будете трогать листочки книжные, они очень нежные, они бумажные, на них останутся пятна, а потом они и вовсе порвутся.
Еще одну вещь я вам хочу сказать. Ребята, пока опустите ручку, ладно? Я потом спрошу, вы мне расскажете. Значит, еще одну вещь хочу сказать. Есть такое у многих желание почитать перед сном. Да? Да. Легли на кроватку, ночничок включили, книжечку взяли и читаем. А можно ли это делать? Нет. Да. А почему? Да. Почему да, почему нет? А я вам объясню, ребятки, нельзя. Потому что при чтении книг нам надо обязательно беречь глазки. Иначе мы с вами все будем с плохим зрением. Читать нужно при хорошем освещении и сидя. Поэтому уже поводу, хочу вам сказать по поводу глазок, нельзя читать в транспорте. Потому что транспорт движется не плавно, он дергается. Из-за этого наши глазки начинают плохо видеть. Так. А еще нельзя, а когда пили, искры летят, если туда смотреть, можно слепнуть. Совершенно верно, это тоже надо поберечь глазки, да? Еще из книг, еще нельзя, еще нельзя книги на книгах топтать. Ой, ну вы какие уж вещи придумаете страшные, даже представить невозможно. Еще нельзя на книгах, еще книги нельзя кидать, и еще нельзя, когда зажигаешь костер рядом с костром. Совершенно верно, Боря. Обжечься и книгу выронить в костер. А что можно? А можно книгу. Совершенно верно. Итак, бумажные книги, они не любят, чтобы была рядом вода. Они не любят, чтобы была рядом еда. И они не любят, чтобы рядом находился огонь. Потому что книжечки наши надо беречь. А вот, ну подумаешь, ну испортилась книжка, ну и что? Выкинул, да, он выкинул ее, да и все, мама новую купит. Почему же надо бережно обращаться с книгой? Потому что ты иногда сюда, чувак, можно? Получается, девочки. Если ты выкидываешь книги, ты выкидываешь деньги, получается. Ну, деньги – это ваши личные проблемы. А вот вы должны знать, ребята, что все книги бумажные делаются из дерева. Да, я знаю. Значит, дерево чтобы нам беречь. Сделать хорошую книгу, нам надо спилить хорошее дерево. Ребятки, а без деревьев нам с вами дышать будет нечем. Поэтому надо беречь каждую книжку, чтобы сберечь дерево, чтобы сберечь лес. Да. Да, а то что экспериментов нельзя. Подождите. Еще книги. За тобой, мальчик. Книга приводит знания. Совершенно верно. Книга дает нам очень много знаний, очень много интересного. Я вам уже говорила про учебники. Но у меня в библиотеке есть не только учебники, есть очень много, вот нам сейчас немножко загораживают, очень много книг, которые просто интересно почитать. Сказки, история нашей страны и других стран. Книг вообще, ребята, очень много. Но каждая книжка требует от вас заботы, любви и внимания. И я надеюсь, что как только вы изучите азбуку, и у вас пройдет праздник прощания с азбукой, мы с вами будем встречаться гораздо чаще, вы станете настоящими читателями школьной библиотеки. Пожалуйста. А я уже что, костер сжигаю. Так, мы уже про костер проговорили. А что нужно делать с книгой? На книгу и получается пожар. Все, мы уже об этом проговорили. А тогда вот правильно вопрос задаю. А что ж тогда с ней делать-то, с книжкой? Этого нельзя. А что можно? Читать. А может, ее спрятать надо и не читать? Нет. Читать надо. А как ее надо читать? Быстро или медленно? Медленно. Часто или редко? Часто. А присесть под стол и под столом читать можно? Нет. А на стол забраться и читать книжку можно? Нет. А значит, что нужно сделать? Сесть за стол? И читать книжку. А что включить надо? Свет, конечно. Или повернуться к чему? Или в к окну, да? Да. Или там, где рядом окно. Совершенно верно. Ну
что ж, ребята, я думаю, что на этом наша маленькая экскурсия заканчивается, но наше общение с вами будет продолжаться до конца 7 класса. Так что я еще не один раз увижу каждого из вас, познакомлюсь непосредственно с каждым из вас. А сейчас мне бы очень хотелось, чтобы вы просто вспомнили, а с кем вы сейчас разговаривали? Как зовут тетя? Ольга. Ольга Владимировна. Ольга Владимировна, это я. Ольга Ивановна. Итак, Ольга Ивановна ждет новых встреч с вами в ближайшее время. Ольга Ивановна, вас спросить, а можно, и нам, если у нас будут перемены, вам можно ходить там? Да, пока вы в первом классе, вы можете с разрешения Ольги Владимировны прийти в библиотеку, взять книжечку, сесть вот за эти столы и здесь почитать. Понятно? Потом положить книжку на место и вернуться в класс. Ольга Владимировна. Ивановна, Ольга Ивановна. Ольга Ивановна, я хотел сказать, нельзя еще кидать книжки. Да, мы уже с вами выяснили очень много вещей, чего делать нельзя. Их нельзя выбрасывать, а потом, когда через год прошел, хочется книжку почитать, а книг-то некуда. Самое главное, запомните, в библиотеке книжка берется только на время и возвращается в очень хорошем виде. Все, мои дорогие, на сегодня мы с вами экскурсию закончим. Да. Сейчас а учебник пока вы будете. А это лезвие. Если прочитал раньше, то раньше бери новую. Понятно. До свидания, дети. До свидания. До свидания. Каковы правила игры? Ребятки, давайте мы сейчас с вами маленькую переменку сделаем. Все меня слышат, да? Да. Маленькую переменку. Сейчас нам Амар, я ему скажу на ушко слово. Амар нам попробует это слово, мы не скажем никому, изобразить. А мы попробуем с вами угадать. Хорошо? Попробуем? Как мы ее можем изобразить? Не говори, не говори. Ребят должны угадывать. Ну-ка, как мы можем ее показать? А еще мы с тобой, например, можем взять в руку. Держи веревочку. И вот так вот встанем, да? Показывай. Так, показывай. Елка новогодняя. Елка новогодняя. Что это такое? Пингвин. И еще варианты. Елочка. Елка. Угадали. Елочка была изображена. Я не знаю, что это.
пошла. Ладно, Серик, давай я перезвоню. Ой, как тебе понравился первый урок? Первый день в школе. Какие у тебя ощущения? Первое полугодие. Хорошо? Все хорошо. Как тебе первый день в школе понравился? Познакомился с ребятами. Что запомнилось больше всего? Все. Первый урок, да? Будешь вспоминать. С праздником. Тебе есть после? Да, послезавтра. Так улыбнись. У нас 2,5 месяца. Смотри на меня-то. На меня, посмотри. Лена, привет. Праздником. Вот так на руке. Пожалуйста, сейчас снимаю.